И актеры-то, актеры, казалось бы, умные люди с высшими образованиями, как правило, ведь они тоже как-то подчас предатели какие-то, вот как не посмотришь, все как-то вот, все как-то против своей родины-то. Да нет, не против Родины, нет. Но я, например, я тоже не принял и сразу сказал, я этого не понимаю. Кругом враги, когда. Кругом одни враги, когда сказал Путин. Я не понимаю, как это может быть, руководитель государства, кругом враги. Но потом разъяснилось, что оказывается, ну, чекист, разведка, естественно. Оказывается, все знал, и сколько же он не принимал каких мер, а почему? Зачем затягивал? Чтобы потом ударить или ликвидировать, что ли, Украину? Я не могу. Там же есть люди, которые родственными узами связаны. Окно снял, там теперь И у меня. проветривание. Ну да, как-то, знаете, разрезало у всех и там родственники, и тут родственники, и все как-то вот так вот все. И долго как-то он копил это, ждал как будто специально, чтобы потом вдруг, да, ах, ох, ох, так командиры не поступают. А я был командир корабля.